Одну из площадок печально известного кемеровского завода «Восток-Полимерхим» закрыли. Ростехнадзор выявил нарушение. Напомню, недавно на предприятии произошел пожар. Сотрудник завода, 25-летний Сергей Солдатенков, получил серьезные ожоги и умер через неделю в больнице. Инспекторы Ростехнадзора пришли к выводу, что оборудование на предприятии сильно устарело. И суд постановил приостановить эксплуатацию одной из его площадок на 60 дней. Директор предприятия, конечно, сказал, что исправит все нарушения досрочно, то есть приобретет новое оборудование. Ну а пока наши сотрудники внимательно контролируют исполнение этого решения. В том случае, если директором предприятия будет нарушено требование судебных приставов, то есть предприятие начнет свою работу раньше, а именно вот указанная площадка, то он может подлежать ответственности, вплоть до уголовной, по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации.